В Министерство здравоохранения Тувы все 10 выходных январских дней стеклась оперативная информация об организации медицинской помощи населению по всему региону и соблюдении температурного режима в медицинских организациях. За выходные праздничные дни медицинские работники проведали более 1500 маломобильных граждан и пожилых людей. По результатам медицинского осмотра госпитализировано в стационарное отделение 13 человек. Всего за 10 праздничных дней медики совместно с социальными службами обошли более 7000 семей, осмотрели на дому более 13000 детей, 1617 беременных женщин, более 40 из которых госпитализировано. Выявлено 44 семей, находящихся в социально опасном положении. Оказана медицинская помощь около 800 детям. Госпитализировано в детское отделение медицинских учреждений 94 детей. В социальные учреждения определены 48 детей. По 6 семьям переданы сигнальные листы в комиссии по делам несовершеннолетних. Были случаи, когда при поддержке специалистов социальных служб приходилось убеждать родителей в необходимости госпитализации детей, чтобы исключить угрозу ухудшения детского здоровья.